Дорожная ситуация под строгим контролем. Про это можно мерковать по колькости профилактичных мероприемств и акций. До речи, сегодня у областной держаутоинспекции подвели выники одной из них. У рамках фотоконкурсу «Юный велосипедист» инспекторы ДАИ совместно с региональным центром правовой информации имкнулись повысить увагу гамельчан до здарения с уделом неполнолетних велосипедистов. Жадающие отправляли на конкурс свои фотографии. У вынику удельников оказалось так шмат, что замест трех запланованных призовых мест организаторы вырашили вызначить 10. Этот конкурс имел такой успех, потому что действительно очень важно, чтобы наши дети соблюдали правила дорожного движения, чтобы они ездили в шлеме, например. Это тоже позиционирует и поощряет ГАИ. И родители с удовольствием приняли такое участие в этом конкурсе, и малыши, и очень много было участников. И мы очень рады, что наш ребенок, конечно, в призерах.